Жители городского округа Люберцы принимают активное участие в общероссийском голосовании. Для того, чтобы предотвратить скопление людей на избирательных участках, процедура волеизъявления проходит с 25 июня и завершается 1 июля. Наша съемочная группа успела пообщаться с участниками голосования. Наиля Усманова, мама двоих детей, сейчас ожидает третьего малыша. Когда стартовало общероссийское голосование, она подробно ознакомилась с изменениями, которые предлагают внести в основной закон страны. Согласно поправкам, дети считаются важнейшим приоритетом государственной политики. Я пришла проголосовать за поправки в нашей Конституции. Очень приятно, что наш президент заботится о будущем наших детей. Я хочу, чтобы они в будущем жили спокойно и достойно. Чтобы у них было будущее. Алексей Воронов убежден, любые перемены, в том числе и в Конституции, это всегда к лучшему. И сегодня обязанность каждого принять участие в жизни своей страны. Это на самом деле волеизъявление каждого гражданина страны. Мне кажется, каждый человек должен быть заинтересован в том, чтобы высказать свое мнение. Для участия в голосовании достаточно времени. Во избежание скопления людей процедура волеизъявления проходит не как обычно один день, а целую неделю. На нашем участке 1181 избиратель на сегодняшний день. У нас активные избиратели, и они очень благодарны организации голосования, так как они могут прийти в любой день в течение 7 дней и в любое удобное для них время. Увеличение числа дней для голосования – не единственная мера, направленная на безопасность здоровья людей. На всех избирательных участках установлены санитайзеры. Каждому голосующему измеряют температуру, выдают маску, перчатки и одноразовую ручку. А входы и выходы в пунктах для голосования организованы отдельно. Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.